Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, у микрофона Мария Кожевникова. Почти 9 тысяч кировчан взяли в этом году ипотеку. Общая сумма жилищных кредитов составила почти 12 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем в сопоставимом периоде прошлого года. Более 40% всех ипотечных кредитов было выдано кировчанам в третьем квартале текущего года, рассказали в областном отделении Волговятского главного управления Центрального банка России. Рост числа ипотечных кредитов специалисты связывают со стабильным снижением ставки по ипотеке уже в течение 7 месяцев. Так, в январе-сентябре этого года средняя ставка в Кировской области снизилась на 1,4% пункта до 11%. В целом, ипотечный портфель жителей Кировской области составляет 40,5 миллиардов рублей. Дайджест недвижимости. Слободы в Кирове станут улицами. Так Слобода Зоновы будет называться теперь улица Слобода Зоновы. Слобода Большое Скопино в Октябрьском районе переименована в улицу Слобода Большое Скопино, а Слобода Талица в территорию Слобода Талица. Такое решение приняли на очередном заседании Совета по топонимии. Делают так для того, чтобы сохранить эти наименования, объясняют в горадминистрации. Сейчас в соответствии с приказом Минфина слово «Слобода» может использоваться в адресе только в случае, если Слобода находятся в границе города. Они являются отдельными населенными пунктами. А также некоторые члены совета попросили вернуть в реестр Слободы Дымково и Макари, которые ранее из него исключили, и дать им статус территории. Но это предложение не было поддержано. Дайджест недвижимости. Кировчане погасили долги за свет и тепло на 9 миллионов рублей. Порядка 4 тысяч жителей области отреагировали на тревожные извещения, которые в сентябре начала рассылать компания «Энергосбыт Плюс». Их получили те, чей долг превысил 500 рублей или кто не платил за ЖКХ более 3 месяцев. Среднеобластной показатель оплативших хронические долги по электроэнергии – 29%. Месяц назад этот показатель был 10%. Лучшие результаты у должников из Кельмесского, Омутнинского и Малмышского районов. Наихудшие показатели у жителей Зуевского и Шабалинского районов. Долги за тепло кировчане оплачивают медленнее. За месяц этот показатель в Кирове, например, подрос на 7%, а в Кирово-Чепецке остался на прежнем уровне 4%. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.